Доброе время суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. Сегодня у нас обзор на мод пицца с цыпленком в кисло-сладком соусе от Домино Пицца. Пробовал уже я такой формат мод пиццы у них с другим вкусом, мне она понравилась, решил пробовать этот. Что здесь написано? Это сэндвич в хрустящем тесте с цыпленком в кисло-сладком соусе, сыром моцарелла, свежим шпинатом и дробленым арахисом. Ну, интересно. Цена стала 249 рублей за 190 грамм. На 100 грамм продукт 251 килокалория, 14 грамма белков, 17 грамм жиров, 33 грамма углевода. Вот так все это дело выглядит. Такая вот лепешечка, довольно сильно поджарена. Видим здесь курицу, шпинат, вот, сыра немножечко. Где-то здесь еще должен быть арахис. Ну что, давайте начнем дегустацию. Пока непонятно. Курочка хорошая. Соус кисло-сладкий классический чувствуется. Ярко выраженный. Ну, в принципе, 249 рублей довольно сытная лепешка. Довольно сытная. Начинки, в принципе, много. Весьма вкусно. Весьма вкусно. Нужно отметить. Да. Кусочки арахиса тоже попадаются. Неплохо. Необычное сочетание. Довольно сытно. Продукты хорошие. Ну что, ребят, я доел, в принципе, продукт понравился, интересное сочетание, довольно сытный, в принципе, денег своих стоит. Не скажу, что это супер вкусно, но интересное сочетание, хорошая курочка, ее довольно много, чувствуется соус, арахис и сыр моцарелла, и, безусловно, лепешка со шпинатом. Я поставлю 3 балла из 5, твердую тройку, неплохой такой вариант перекуса, денег, в принципе, своих стоит, довольно сытный и приятный. Рекомендую. На этом все, до новых встреч, пока.